день. Тороплюсь, опаздываю, падаю. Датка за ерундой набит мой день. Тает вечер черною громадой. Проходит день за днем, дождь за дождем, снег за снегом. А я в который раз иду по мокрым улицам домой. Календарный лист оборван, день долой. Я усну, проснусь и буду в новом дне. Ушедший остается за спиной. Пробиваю бреши в новых дней стене. Проходит день за днем, дождь за дождем, снег за снегом. А я в который раз иду по мокрым улицам домой. Как играть песню группы «Кино», периода, когда они еще назывались «Гарин гиперболоиды», песня называется «Словно тень», или «Словно тень бегу», или «Словно тень бегу куда-то я», ну, как-то так. По первой строчке, короче. Проигрыш. Здесь я буду тоже показывать бой и аккорды одновременно. То есть, тут такое довольно все специфичное, так он звучит. Как я это делаю? Я играю вторую с четвертой, зажимаю аккорд «ДМ», ре минор, играю вторую и четвертую, делаю глушение, потом играю пятую бас и первую струну открытую, без указательного пальца, и дожимаю указательный палец ударом, и снова глушение. Это начало. Потом снова четвертую со второй, и вот за вторым разом пятую с третьей. В темпе это звучит. На грифе не очень удобно играть. Косячу, сорян, извиняйте. Далее, аккорды куплета и бой. Нужно показать бой. Ну, собственно, вот таким боем я и играю. То есть, я дергаю нижние струны с басом основным. Потом делаю глушение, потом делаю то же самое, но вспомогательным басом, каким-то другим, не основным басом. То есть, если это аккорд ре минор, четвертый, пятый чередуется. Если это С, например, пятую, шестую чередую, или пятую, четвертую. Сначала основной бас, потом вспомогательный. И получается вот так. Типа такого. Иногда можно добавлять какие-то штрихи, типа. То есть, не одновременно дернуть вспомогательный бас и нижняя струна. По очереди. Мца, мца. То есть можно так сыграть, а можно так. Ну, короче, смотрите сами, по вкусу добавляйте. Я вроде объяснил суть. Аккорды куплета. Словно тень бегу куда-то я как... Ой, неудобно здесь играть, я буду здесь играть. Сейчас в общем смотрите аккорды. Словно тень бегу куда-то я как тень. Тороплюсь, опаздываю, падаю. Здесь этот же проигрыш, который был в начале. Датка... Извиняюсь. Датка за ерундой набит мой день. Тает вечер черною громадою. Припев. Выходит день за днем, дождь за дождем, снег за снегом. А я в который раз иду по мокрым улицам домой. Вот здесь, когда мы в конце играем аккорд А, в конце такой ход. Мы зажимаем А7 и дожимаем мизинцем на первом струне третий лад.
играем пятую, третью, вторую, первую. Потом первую струну на первом ладу. То есть, а я в который раз иду по мокрым улицам домой. Вот неудобно мне на грифе. Мокрым улицам домой. И опять. Вот так играется песня группы Кино. Словно тень, бегу куда-то. Всем успехов, пока. Как играть песню группы Кино, или точнее, если быть более правильным, группы Гагарина «Гиперболоиды». Песня называется «Словно тень, бегу куда-то я». Она никак не называется, она просто по первой строчке называлась. Я думаю, в оригинале у Цоя она называлась просто песня номер 5 или 6. Лишние слова, да, еще раз.